3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» состоялась встреча с олимпийскими чемпионками Марией Киселевой и Аллой Шишкиной, а также с режиссером самых зрелищных шоу на воде Алексеем Малыхиным. Сегодняшняя наша задача, сегодняшняя наша цель – встретиться с детками и подростками из различных спортивных секций и из различных художественных студий в разном, с детками, которые занимаются разными видами искусства. Увидеть их глаза, поговорить с ними о том, о чем они мечтают, чего они хотят, чем они занимаются. Именитые гости с удовольствием делились с ребятами личным опытом и открывали секреты своего успеха. А со скольки лет вы занимаетесь синхронным плаванием и сколько в день? Сейчас детки в моей школе синхронным плаванием начинают заниматься с 5-6 лет. Когда девочки только приходят заниматься, они занимаются 45 минут в зале, 45 минут в воде, по 3 раза в день. Участникам мероприятия было предложено обсудить интересующие многих темы. Что важнее, спорт или искусство? Как выбрать занятия по душе? Или, может быть, останавливаться на чем-то одном совсем не обязательно? Я думаю, что это вот должно просто, ты должен с удовольствием ходить и заниматься тем, что тебе нравится, независимо от того, тренировки это, или ты танцуешь в студии, или ты рисуешь. В финале мероприятия знаменитые на весь мир чемпионки пригласили всех желающих на свое новое новогоднее шоу на воде «Сказка о царе Салтане», автором и руководителем которого стала сама Мария Киселева. Мы рады, что наконец-то мы смогли прикоснуться к творчеству Пушкина. Для нас это большая честь, ну и, конечно, ответственность. Мы хотим рассказать эту сказку своим языком, языком соединения с спорта и искусства. Я с большим удовольствием и волнением жду наших гостей на новой площадке, потому что новая площадка открывает нам новые возможности. Каждый из пришедших смог задать вопрос, получить автограф звезды и даже примерить настоящую олимпийскую медаль. Мечтай, фантазируй, смотри.